Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні тренер з підготовки патронатних вихователів Аріна Літвіненко та патронатний вихователь Світлана Козлова. Світлана та Аріна, вітаю вас в нашій студії. Наша зустріч присвячена Дню сім'ї, але сім'ї бувають різні. І у нас в Україні нещодавно з'явилась така форма, як патронатні вихователі. Це дещо нове. Тобто ми знаємо, що є усиновлення, є різні форми усиновлення. А ось патронатні вихователі – це взагалі що? Угу. Світлана, Аріна. Ну, це така для України, взагалі, це дуже нова форма допомоги дітям, залишившимся або попавшим в якусь дуже складну критичну ситуацію в своїй житті. Чому нова форма, чим вона відрізняється від інших? Одне з основних відрізнень, що дитина попадає в сім'ю патронатного вихователя, ще не має статусу сироти. Тобто це дитина із сім'ї? Да, это дитина из семьи. Если раньше ребенка, если мы знаем, что есть угроза, что есть насилие, что это ребенок отказник, ребенок попадал в государственное учреждение, в реабилитационный центр, там, в приют, в интернат, вот, то сейчас этот ребенок попадает в семью. Вот, в семью, которая подготовлена и знает, как работать с разным возрастом, с разной ситуацией. Але це тимчасова міра, так? Тобто через деякий час ця дитина має повернутися до своєї сім'ї, чи, чи якщо там... Ну, вот это тоже одно из таких очень главных отличий, вот, и которое формирует кандидатов патронатных воспитателей, что ребенок может находиться в семье до 3 месяцев. Не больше. Не больше. И за эти 3 месяца должна идти очень активная работа со стороны службы по делам детей, со стороны центра социальных служб, со стороны других реабилитационных центров для того, чтобы изменить ситуацию в семье. И намагатися повернути до сім'ї. Помогать вернуться ребенку в семью. Вот, помогать маме пройти реабилитацию, помогать маме как-то изменить ее образ жизни, маме или маме с папой. Вот, и если этого не происходит, то тогда уже рассматривается вопрос о том, чтобы ребенку подыскать и подготовить его в другую форму, оформление его в другую Але форму. Але це не буде вже цей патронажний вихователь. Тобто да. Він не може стати ну, прийомним батьками, так? Патронатный воспитатель исключает другие формы. То есть, если он были случаи, вот, что усыновили ребенка, но він это вже момент... не патронатный вихователь. Уже не патронатный вихователь. Светлана, ось ви вирішили стати таким патронатним вихователем. Взагалі, чому? Чому вас до цього привело? Со мною ситуация была немножко как бы не такая, как с остальными семьями, потому что я сама по образованию педагог. И я поработала 14 лет со сложными подростками в вечерней школе. Как бы для меня это была смена деятельности, как бы не сколько вид деятельности, сколько формат деятельности. А, то есть вы этим да. и занималась? Да, я занималась это просто в масштабах школы, да, мне захотелось этим заниматься вот дома, вот в своих условиях, и вести случай, понимать, и получать реальный результат, который именно зависит четко от меня. А у вас є також сім'я своя? Да, у мене є син, ми живемо з мамою, у мене є дорослий син. І ось як вони сприйняли таку вашу, ну, таку вашу пропозицію, ну, таке рішення, що ось ви зараз... Це був сімейний совет, я предложила, розказала про те, що є така форма, що є такий вид роботи. Говорю, то як? Все согласились, говорить, що мама помощник у мене воспитателя, тому що вона пройшла вместе со мною ці курси, тому мама... Все это знает, все понимает, она прошла все 12 занятий, которые прописаны в программе, она вместе со мной обучалась и ездила сюда на курс. Патронатный воспитатель не сам проходит обучение, обязательным условием является, что у него должен быть помощник, который с ним вместе должен посетить все 12 занятий. Тобто в данном случае это ваша мама Светлана, да, так? Да, да. Это тоже отличается от других форм. Сімейного устройства. І ось взагалі, тобто це викладання, чого? Чого ви маєте навчити цих патронатних вихователів для того, щоб вони могли опікуватися такою дитиною? У нас в Одесі почали заняття з ноября місяця і закінчились у нас в апрелі. Угу. Не в апрелі, а в марці. Півроку? Так. Да.
Пивроку. Да, 5 месяцев шло обучение, это 12 занятий, вот, которые проходили по субботам и воскресеньям. Вот, и всего 120 часов. Из них 90 часов – это была практическая работа. То есть это непосредственно ситуации, которые могут возникнуть в семье, когда заходит ребенок. Вот. И это ситуации, которые разыгрывались, но они разыгрывались по-настоящему. Угу. Вот. Были дети, были родители те, и как может вести себя ребенок обсуждалось, как ведет себя родитель. Вот. Всего лишь 26 часов – это теоретическая работа. Тобто підготовка. Більше практики. Да. А Світлана, як для вас? Тобто ви вже мали досвід, так? Тобто, як педагог. А що для вас було нового на цих курсах, що ну, ось, дійсно вам потрібно? Ви знаєте, що завжди є речі, які не одразу постиг, а є ще те, що можна узнати. Тобто, звісно, що на цих курсах я теж знала дуже багато вещей, та же теория привязанности, которая меня поразила, которую я не знала, это было mm-hmm. очень важно, очень интересно, как бы на своем жизненном опыте, да, ты ее проживал, как бы у меня с сыном сложились отношения, соответственно, mm-hmm. это, будем так говорить, теория, но когда ты опыт, это, да, когда досвид. Ты это тебе расскажешь, что ну, такое оно есть, и почему, и это правильно было сделано, становишь для себя, ставишь такую галочку, все-таки я молодец, а кто не знал об этом, это было открытие. А вот что действительно до привязанности, то патронатный вихователь, это такой тимчасовый батько на 3 месяца. А вот что с такой привязанностью? Вот, срок, поэтому срок такой, вот, чтобы не было установлено, потому что основная цель это как бы реабилитация ребенка и угу. помочь ему в той кризисной ситуации, а не формировать с ним привязанность. Другом. Вот. Это стабильный взрослый, так будем говорить, который находится рядом. Удовлетворяющие его потребности, которые у него были нарушены или которые вообще никто не удовлетворял. Вот. И если говорить о содержательной как бы, форме, что было в занятиях, то часть занятий, 4 занятия первых были посвящены непосредственно патронатному воспитателю. Кто вот. Ценности, какая семья ваша. Вот, то есть такой анализ своей семьи, анализ на какой стадии семья находится. А чи були люди, які прийшли, але не дійшли до фіналу? Вот как раз к этому идем, что после 4-го занятия у нас пришло 8 семей стартануло, угу. на 4-м занятии у нас осталось 5 семей, которые дошли до финала. Тобто не кожен може бути таким патронатним вихователем. Это было такое осознанное решение, что... Когда разобрались вообще, кто такой патронатный воспитатель, что будет требоваться от тебя, угу. что это не только работа. Не кожен має, да. сможет нацепить. Вот, большой был блок, это подготовки, как зайдет ребенок и в каком состоянии он может зайти. А он зайдет на стадии переживания горя и потери на острой фазе. И что это, понятно, будет проявляться в поведении, как реагировать. Вот. И еще один из таких нюансов, что патронатный воспитатель, он вот эти первые 3 месяца является таким связующим звеном между ребенком и его родителями. Угу. То есть он организует встречи с родителями, он пишет письма, он рисует рисунки, помогает ребенку, чтобы принять найти... все-таки свою семью. Чтобы помочь вот главная задача. В той маме найти ресурс, какой-то ресурс, чтобы, может быть, через ребенка Але ее вытащить. Випадки, я розумію, що да. випадки бувают різні, тобто взагалі чому опиняються діти в патронатних вихователів? Світлана, зараз ви виховуєте дитину, ми не можемо зараз розповідати, бо це діючий випадок. Але взагалі чому, тобто яких дітей ви чекаєте, скажімо так, ви знаєте досвід ваших колег? Це діти, які оказались в сложних життєвих обстоятельствах. Наприклад. Вони включають, да, якщо ми беремо, починаючи від маленького віку, це можуть бути діти-відказники в роддомі, мама родила, передумала, ну не вийшло. І потім діти далі до 18 років, у яких... могут быть пьющие родители, могут быть мама-одиночка, и надо полежать, полечиться, а ей не с кем. Вот, mm-hmm. Даже не берем прямо критические ситуации. Да, вот мама воспитывает ребенка, выпады, ей вот надо лечь в больницу, а ей не с кем оставить ребенка. В данной ситуации тоже патронатный воспитатель этот может в этом помочь. Дети, Арина, подскажите мне, пожалуйста, еще у нас... Дети, подвергшиеся насилию, угу. физическому, сексуальному, психологическому насилию. И потом вы их обожаете повертати в ту же семью? Ну, если негативные эти факторы убраны, угу. то тогда да, если это несет вреда здоровью ребенка, то, конечно, угу. да, главная задача такая. Угу. Если мы понимаем, что эти факторы не
убираются, и это принесет ему вред, тогда, конечно, идет вот тот процесс, о чем мы говорили, что родители лишаются прав, и ребенку ищем, подбирается другая семья, которая готова. Щодо іншої родини, ось ви сказали про відказничків дітей з пологового будинку. Мені здається, за 3 місяці, ну, до 6 місяців. До 6 місяців, ну, можна дуже прив'язатись до такої дитини, ось патронатними вихователями. Чи можуть патронатні вихователі стати, ну, потім прийомною цією родиною? Ну, один такий случай у нас на Україні є, коли сім'я, да, взяла. Не витримала. Да, ну, і патронатний воспитатель, там дуже багато нюансів. Один із нюансів – це те, що в сім'ї патронатного воспитателя не може бути маленьких дітей, собственних. Тому що вважається, що будуть нарушатися інтереси дитини. Дітей можуть привести в сім'ю двоїх, троїх, п'ятерих, різного віку, в будь-яке час суток. Естественно, если находится дома маленький ребенок, то это будет нарушать интересы биологического ребенка семьи. Поэтому одно из условий, что не должно быть маленьких детей. Конечно же, грудничков своих. Поэтому с другими формами оно уже не сочетается. Вот. И обязательно должен быть опыт воспитания, благополучное воспитание своих детей. Поэтому возраст патронатного воспитателя от 35 лет. Ну, це дійсно розумно. А ви кажете, що в нас зараз 5 на всю Одеську область, так? 5 таких патронатних вихователів. Так, поки тільки 3. Тобто ті, у яких зараз... Так, вже служить з дітьми, так. Взагалі це в Одесі чи це в районах області? Тобто ви в Білгород-Дністровську? У нас 3 сім'ї. Татарбунар і Ніколаївка. Тобто дуже мало. Це, да, вот это, чому? Вот такая география. Ще не знають про цю, про таку можливість бути патронатними викладачами? Чи все ж таки люди націлені більш там на усиновлення чи ще щось? Чому так мало? Ну, я хочу сказати, що є таке поняття, як первичний відбір кандидатів патронатних воспитателів. Тобто не видвигаються определенні требування к этому человеку, к этой семье. А багато було вже бажаючих? Отсутствие судимости, наличие гражданства, наличие достаточных жилищно-бытовых условий. Это не так, что чистенько, но бедненько, да? А должно быть и условия, в которые меблирована отдельная комната для этих детей. Они уже должны зайти, и комиссия до этого проверяла уже при отборе кандидатов. Комиссия сразу же ходила и просматривала наши условия. Плюс эти условия проверялись потом. Тренера у нас есть было выездное занятие. Приезжали тренера в каждую семью, которая проходила обучение, и смотрела уже на месте тоже эти условия. Плюс уровень безопасности этих жилищ, чтобы, начиная от грудничка, который будет ползать, и куда он может в дальнейшем идти, все были меры безопасности учтены. Поэтому как бы тут однозначно сразу... Главная причина все-таки, что у нас есть такая тенденция, что особенно одесситы, группы, другие формы семейного воспитания становятся все больше и больше. Если раньше мы обучали раз в 3 месяца, то сейчас мы каждый месяц приходят 20 человек на обучение, которые хотят взять. Вот, но тенденция в том, что одесситы, они, если взяли, они уже не могут отпустить. Тобто, я так розумію, що таких сімей, які ось із патронатних вихователів потім можуть стати прийомною сім'єю, родиною, може буде більше. Тому тут акцент більше робиться не як батько, а як саме професіонал, який знає, що робити з грудничком, которому неделю, который знает, что делать с подростком, который употреблял наркотики, который убегал из дома. Вот. И тут уже больше будем говорить о профессиональных качествах. Действительно, должен быть и богатый опыт, и профессийный подход. А вы говорили про то, что должны быть и побутовые условия. Мне кажется, это также фактор, потому что действительно у обычной городской квартиры еще одна полностью подготовленная комната для дитини, ну, це дуже рідко. Это очень важное условие, что дети не могут находиться с родителями в комнате. Это не значит, что там должна быть какая-то супер мебель, какие-то игрушки. Вот, ну, то, с чем сталкивались мы, это очень разные условия. И очень скромные были условия. Очень. Але и было, все-таки... что строили в течение 3 месяцев родители у себя дома санузел, он у них был во дворе. Вот, находили ресурс. Но это должно быть. Эти дети не могут находиться в спальне
дальний с родителями, и они не могут находиться с биологическими детьми, так как это опять-таки противоречит интересам. Тобто це має бути все ж таки окреме приміщення. Отдельная комната. А, да. На останнє, Світлана, до вас питання все ж таки. Ну, я розумію, що ось ці випадки можуть бути різними, але все ж таки за ці три місяці ви маєте і дитину опікати, і розповісти, ну, донести до неї, що її сім'я все ж таки гарна. Я розумію, що більшість таких все ж таки случаїв, які ну, діти просто так не залишають сім'ю, родину. Ось, ну, це важко, як ви вважаєте? Тобто ви маєте... по этой грани ходити дуже складно. Ну, якщо ми изначально були на це мотивовані, как бы ми к этому йшли, и на это настраивались. Угу. Да, изначально мы, когда знакомимся с ребенком, мы говорим, я тетя Света. Тут не мама. Да, и твоя мама тебя любит, и ты нужна. Да, возможно, у нее что-то не получается, но мы постараемся это исправить. Тобто ви маєте бути ще й адвокатом цих батьків, да, які не створили умови для своєї дитини. Ми маму обов'язково підтримуємо авторитет мами, тому що це однозначно мама. Цю маму ніхто не замінить. Возможно, не такая сейчас она, но у нее есть возможность измениться, у нее получится это. И эту веру надо внести ребенку. А вы уже працюете и так уж с одно из самых батьками. Сложных занятий, потому что есть отдельное занятие, посвященное именно этой теме. Угу. Вот, что родитель, он не становится на сторону. Понимаете, дитина. Что его воспитатель, да, воспитатель, он наоборот должен увидеть какой-то ресурс, увидеть в маме, увидеть через ребенка. А кто тебя научил так тапочки ставить? А смотри, какая ты молодец, как ты моешь тарелку за тобой, это мама тебя научила. И рассказать об этом маме, что вы столько дали хорошего ребенка. От, і що ви можете поборотися за те, щоб бути вместе, це дуже важливо. Ну що ж, дійсно, і може так, все ж таки будуть відновлюватися родини і якось в них створюватися, ну, більш гарні умови для того, щоб діти зростали саме у рідній сім'ї. Ну а якщо ні, то дійсно має дуже, ну, багато форм всиновлення зараз у нас в Україні, але зараз не про це, а саме про такі сім'ї. І я дякую вам, що ви прийшли до нас до студії, що ви допомагаєте дітям, допомагаєте родинам, що ви прийняли для себе таке, ну, мені здається, це не важке, доволі складне рішення для цього, але все ж таки, ну, дякую вам. Да. І нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була патронатний вихователь Світлана Козлова та тренер з підготовки патронатних вихователів Аріна Літвіненка.